совсем не чешется. И делают, люди тонут. Я проработал всю жизнь, там не мог так с вами делать. А это что такое? К вам тоже вода затекает? Да как полно вон с кровати. Вас... Да я никак не даю дорогу мастерской, никто не поможет, где власть у нас. Совсем не шевелят Белый дом, я заелись, карманы набивают себе, а нас забыли всех нафиг. Потому что я за всю жизнь проработал, за меня ноль внимания. Что асфальт делают? Я людей возил. Все сделали, живите, а нас бросили. Белый дом набивает карман. Там, а вам сколько лет-то? Мне-то 60. Держу сначала, как построилась, кирпичи возил, контор свой. И всю жизнь там проработал. До конца, до инвалидности. Да, до инвалидности. Как людей бросил возить, асфальт делать. Вот, это асфальт наш делать. Ну, ёкарный педагог, нас совсем забыли. Белый дом заелся, себе наделали дороги, а нам нет. Мы сейчас ненужные люди. А чё, ёлки-палки? Разве это правда? Да. О простых людях сейчас не думают. Сейчас они думают, как свою задницу спасти. Там Павлуткин надо гнать оттуда. Павлуткину и еще какая там Мочарин, что ли она, как ее фамилия. И гнать там сейчас наших нет. Все вышли. Толик, привет! Ловушка, техника. Ловушка, Толик! Ты мне когда водичку привезешь, ёлки-палки? Какая тебе вода, блядь? Вода. Ну куда я пойду? Ты земля, надо помогать. Кругом вода, вот воды сколько. Это для тебя, для меня не надо такой. У нас и так в трубах все грязно. Ты что, лопатой делаешь? Че, вот вышел к людям повидаться. А, ты без клюшки? Да, вот. Зиму провожал, давай зиму, и я буду король. А в ДРСУ пойду, всех найду, там на ноги всех посмотрю. Нету. А что, боитесь-то? Боритесь-то, что? Смотрите, дороги нет, проехать нельзя. Вы транспортные сборы платите, вам, естественно, должны условия другие. Вы что боитесь говорить-то? Дороги нет, проехать нельзя. Везде делайте о себе, делайте на мне. Это что тут такое, ёлки-палки? Вот эвакуатор везет. Они тут дорогу разбили, а Юрлов не может помочь. Карман набивает. Там еще раз били, помочь. Ну что, новый Сибирь. 71-й регион к нам сюда тянут. 71-й. Ничего вы боитесь говорить? Они над двоими людьми издеваются. 5-й год делают дорогу. Вот одни отписки только 16-го года. Глава Шмакова-Селемнева дала ответ. Ходить по улице Губкина, которая находится полкилометра от нашего дома. И что, она официально так сказала? Да, и по улице строителей. Отстань от меня, иди на улицу Губкина. Да, вот, пожалуйста, вот так, смотрите. Данная улица примыкает к окружающей улице строителей. На, вот, ходить по улице строителей и по улице Губкина. Нормально. Как мы по ней, зачем мы за ней пойдем? Вот или, это... Стой, ну вот, ну как вот проехать в парикмахерскую? Помоги, сейчас я скажу, люди добрые, помогите мне. Вот этот мужчина попался, помогает, это такая одна нас. Вот люди добрые, помогите, вот как мы можем проехать в парикмахерскую, как на инвалидами издевается, надо, а? Все, это вообще, никто ну постричь. Не хочет, ну ёпка. Ты скажи, постричь надо, никто никак не можем проехать. Да меня вот туда, ну это в воде, это инвалид, инвалидов, это инвалидом, как наши постричь не можем человека. Это что за такое, а? Это с 16-го года дала нам Селемнева ответ. В 16-м году нам сделали улицу. Потом, значит, нам сделали, отгримировали ее 15 лет назад. Это что за вранье за такое? Это прям привлечь за это ответственность надо, а? Как издеваются над людьми, над инвалидами, а? Это с 16-го года! На прощение Кобзева Татьяны Ивановны, проживающей РП Башмакова, улица Есенина, 2 сообщаем. Администрация РП Башмакова, ремонт улучшен дорожной сети по улице Ленина зарегистрирован на 3 квартал 17-го года. Ну это что же такое? Ну это что же за такое, а? Это издевательство просто! А Павлуткина 3 дома заасфальтировала, вот и 3 года, а? А над инвалидами издевается так? Около дома асфальт положил, за какое-то ее поощрили, за свою работу. Каждый глава района, они выполняют свою работу, поощрение, значит. А нас мы не заслужили.
14 домов, все пенсионеры, все участники, ветераны труда, все до одного ветерана труда. И мы не заслужили, вы посмотрите, что творится у нас на улице, где у нас грязище, где у нас улица загардированная. А здесь вот Шейн тоже заправку хотели строить, да что такое, мы не знаем, где его участок даже, где заканчивается, чтобы тут дренаж какой-то прокопали, а? Мы 40 лет прожили, у нас здесь была выбоина для водоисходной ямы. И куда она делась? Он взял ее все, засыпал. Ну что это издевается, а? У меня в доме вода, это все правительство, все-все-все сюда приезжало. Да это что такое? Как идем на прием, они ко мне бегут домой, Татьяна Ивановна, не ходить, не жаловаться, мы все сделаем. И сейчас все эту улицу делает. Да что за безобразие за такое, а? И в правительство, в министерство звоним. Министерство дорожного строительства позвонило, все в отпуске ушли. Да что за такое? Ну это конец, будет это или нет? Ну что за издевается над нами так, а? У нас слепой вот еще молодой человек здесь, вот слепой живет. Он вообще сейчас не мог даже выйти. У него коляски нет, а на машине его мать возит. А мы, это что такое, даже парикмахерски нельзя проехать, а? Ну нельзя пройти, это над инвалидами, это что тут? Тут нужны сапоги болотные. А мы 14 домов, здесь мало ходят. Здесь бассейн, здесь ученики ходят. Здесь бассейн ходит, здесь магазины из центра идут в магазины. Вся колесовка по нашей улице идут, а? И тут мало ходят. У Юрлова там тоже такие машины ездят по 5 метров длиной. У него там что это штрафстоянка. Каждый день везут по несколько машин на штрафстоянку. То там есть дорога разбивается? Дорога вся разбивается. Там в складах лен. Шейн нам сказал, что он нашел ему людей, он складирует лен по 100 тысяч, за аренду ему платят. Да бардак, никому ничего не надо. Депутаты всем все помогают. А наши депутаты что делают? Только карманы набивают. Свалка, свалка. 10 лет свалку не убрали. А отчитались, что она уже убрана, эта свалка. По документам прошли, все умно. У нас улица тоже по документам прошла. Почему такие ответы дают? Это строители, строители улицы находятся. Полкилометра от нас. Идите улицы по строителям. Идите по улице Губкиным, мы зачем туда пойдем? Мы ищем, где на базаре нам подешевле, что купить. И лекарства, и все, в Симфарм идем. У нас нет, и полегче тут ходить нам. Да что за такое безобразие полнейшее?